Глава Мирнинского района Александр Басыров в течение недели работал на северных площадках. В Удачном глава района встретился с работниками муниципальных учреждений, коллективом «Малросса», а также с преподавателями школ и колледжей. Он отметил, в развитии территории северных площадок будут опираться на местные кадры. На встрече также обсудили результаты работы народного актива, программу развития образования и меры поддержки для молодых семей. С 1 января мы выдаем наборы для новорожденных. Достаточно хорошие наборы, они получили очень большие положительные отзывы от всех наших мам. И эту практику мы будем продолжать в дальнейшем. А в Айхале Александр Басыров встретился с медперсоналом. Обсудили комплексный план развития здравоохранения в Алмазном крае. Также глава сообщил, для жителей Айхала организуют автобус до аэропорта Полярный. В рабочей поездке глава осмотрел объекты, строительство которых софинансировала «Алросса». Парк Каюра, парк здоровья, лестничный проход имени Дюкарева и ландшафтно-этнографический комплекс «Дружба народов».